Привет, ребята, на канале Умансай. Сегодня мы будем играть моей подружкой. Это Юра, это Тетя. Ну что, поехали? Бесливый гость. Привет, Тетя, это я, Юзик. А я Тетя. Ну что, а давай мы чуть-чуть... что-то помочь, мы покусаем яблоки. Да, Тетя Лав, наверное, хочет угостить нашего ежика чем-то вкусным. А что кушают ежики? Ежики кушают яблочки, да? А я тоже хочу кушать. Тетя Лав тоже кушает яблочки? Да, а давай пишем вместе. Тетя Лав, мы с вами яблочку. Ежик будет свой кушать, а я свой. А Тетя Лав? Я сам дам тетю, ладно. Саля и тетя Лав поделили одно яблочко, и ежик кушает. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Какие вкусные яблочки, ежики. Очень любят яблочки. Очень вкусно. Где у тети Лав дырочка? Там, наверное, нужно одеть ошейник, да? Ошейник. Ребята, я одену тетя Лав ошейник. После и потерялась. Сумочки. Иван, я хочу прятать твою сумку, но вот и твоя мама стоит и кого твою идти, и кого меня нашел. Опс, перевернулся ежик в сумочке нашей. Смотри, тетя Лав, мне так весело у тебя в сумочке. Я могу в ней бегать. Та-т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 а. Еще положи мне яблочко, и я поеду на пикник вместе с сумочкой. Я счастлив! Ой, ежик выбрался из сумочки. У меня есть новая идея. Ой, что это идея? Знаешь что? Давай, ежик и тетя Лав будут бегать на перегонки. Сейчас ежик и тетя Лав будут бежать на перегонки к шишке. Вот такая у нас блестящая шишка. Кто первый добежал? Ёжик. Ёжик первый добежал? Давай еще раз побежим, а то что-то мы пропустили ёжик финиш. Выкинем с гонки. Давай еще раз начало будем жать. На старт, внимание, побежали. А ёжик, это чичо победила. Тогда у нас ничья. Давай третий раз бежать. Да. Побежали. Это ёжик. Первый победил. Все, теперь точно победил ежик со счетом 2-1. Ежик получает что? Медаль. Да. Итак, ежик получает вот такую шведскую медаль за победу в перегонках к шишке. Победила. Ежик победил. Молодец, ежик. Надо теперь это отпраздновать. Да. А как мы будем праздновать? Ежики подавали вот такую... золотую пони. Покажи, какая у нас пони. Подарили ежику My Little Pony. Теперь они будут дружить вместе, да? Да. А когда Чичила победила, мы дам тоже вот этот. Мы да. Уже сидим на кровати Амузин. Давай мы будем играть в стикеры. Будем играть в стикеры? Да. Я думаю, что наши друзья устали, и они уже хотят спать. Ёжик, он же маленький, он устал. Мы сейчас ему почитаем вот такую книжечку про животных на ферме. Да, пока вот это снимем уже и поиграем. Да, медаль мы уже снимем. У нас есть вот такая прикольная книжка про ферму, да. Где все открываются всякие... где открываются всякие домики, странички. И устала. My Little Pony тоже устала, да? Да. Все будем спать. Все, наши детки все устали. Салли тоже притворяется, что она спит. Давай, говори пока-пока. Пока-пока. Я подписан на канал Мама Салли. Пока-пока. Пока-пока.